Близнецы? Надо же, близнецы! Она всегда завидовала мне Мистей. Быть на вторых ролях она больше не могла. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона! Я не пыталась быть лучше тебя! Мистей, ты должен убить ее, пока культ не захватил Китеру. Мне горько, но так нужно. Да тебе все равно, чудовище. Всегда было все равно. Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой, и ты убила ее, боясь разоблачения. Не верь ей! Я верховная жрица! Может убить вас обеих? А это мысль! Обеих? Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, умри мы обе. Культ просто пришлет свою верховную жрицу. Ты знаешь, что сделает культ, не так ли, змея? Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи! Диона точно убьет меня! Змея! Она знает, что сгину я. Уйдешь, и падение Китеры будет на твоей совести. Хватит! Убей Диону сейчас же! Сделай это, Мистей! Убей Диону! Молчать! Ты! Я тебя насквозь вижу, Диона. Все кончено. О, Мойры, я убью вас обоих! Она была одной из лидеров культа, жрица. Моя сестра. Ее суть была очевидна. Я любила ее. Любовь ослепляла. О, да. Ты защитил Китеру, Мистей. Благо, я убил нужд. Верно. Мой долг, как верховной жрицы, взывать к сбившимся с пути и возвращать их в лоно Афродиты. И если ты бывал в Певке и видел ее жителей, ты знаешь, что вмешатель... Я там не бывал. Повезло. Одна из жриц побывала там, ибо она назвала имя. Мелит. Кто он такой?
Жители Певки боятся его до смерти. Он замешан в каких-то темных делах. Не знаю, в каких именно. Может, это поможет. Спасибо, жрица. А теперь прошу простить, надо прийти в себя. Хайре. Куда едешь?
Уйди! Thank you.
Сила магии. Что нужно? И месть. Подаришь мне это, Мистий? Мы отдадим все, что у нас есть. Расскажи. Последователи Ареса сжигают нас. Эти мала. Они должны страдать, как мы, отомщены. Мы с копьем. Спасибо. Скажи, где при... Последователи Ареса живут... Я выгоню. Тут не рады!
Мести? Я узнал для тебя об есть работа. Законах, проходя Агуге. Что за работа? Работа опасна. Мы оба можем погибнуть. По-другому не... Речь идет о власти. Я стану правителем... Развязать войну не... Меня? Что ж? Я предводитель Буле. И после поражения... И тебе, ну... Всего одну. Его смерть без... Что я получу? Тебе хорошо. Значит? Прежде чем на... Где найти? Этот вестник мира. Зачем нужен? С оружием. В крепости деда. Если их вы... Значит, разве... Мы хорошо все продумали. Вижу его. Эй, ты, Мистий, меня обязали сделать лук. Я отдам тебе клыки, только из... Конечно же, устроит ли тебя прекрасный клыкаст? Ладно. Лук достойный Артемиды. Хвала богам. Что случилось? Морские бури. Вы уже приносите... Обычных жертв недостаточно. И ради Посейдона нужно... Верно. Но только ради рыбы-меч. Рыба-меч? Он тот, кто велел нам ежемесячно... Мне лучше замолчать, Мистий. А если я потребую... Тогда я потребую. Потребуешь? Нет, то есть вежливо попрошу. Где мне из... У разбойников, в пещере к востоку от города. Я посмотрю. И не размахивай им! Что случилось? Мой муж пропал. Скучаешь по нему?
Я не просто скучаю по морю. Какая опасность? Пираты. Их видели у нас. Кто это, рыба-меч? Мой муж знает о нем больше. Если его схватили пираты. Я еще надеюсь. Я спасу твоего мужа. Я найду день. Я его разыщу. Он рыбачит у западного берега. Если он жив, я... Thank you.
Это он. Меня прислала твоя... Хвала Посейдону! Нужно уплывать. Плыви, я за тобой.
Будет бесславной. Тебе благодарен. Чем тебе? В мире и без того полно вдов. Зачем нам еще одна? Мы порядком задолжали рыбий меч. И что же там под водой у маяка? Thank you.
Я пришел. Давай. Давай. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Вот и топор. Таким никого не зарубишь. Thank you.
Поживее! Ugh.